Прозрачным и безопасным должен быть процесс утилизации медицинских отходов. С инициативы строительства такого комплекса выступили на очередном инвестиционном часе. Комплекс единой системы по обращению с опасными, в том числе и медицинскими отходами, с использованием технологий плазменного обезвреживания хотят построить рядом с поселком Монино, вдали от населенного пункта. При этом экологический вред от производства обещают полностью минимизировать. Целью данной компании является это внедрение в систему обезвреживания, утилизации плазменных технологий, которые позволят серьезно улучшить экологическую безопасность в нашей стране. Для себя выделили миссию – это полностью устранить воздействие токсичных отходов на окружающую среду. Планируемый объем инвестиций – 600 миллионов рублей. Кроме того, будет создано порядка 50 рабочих мест с возможностью обеспечить их для людей с ограниченными возможностями здоровья. Значимым направлением деятельности администрации городского округа Щелково является стимулирование процесса привлечения инвестиций, создание благоприятного инвестиционного климата в округе. Согласно статистическим данным, за 2018 год в городском округе Щелково общий объем инвестиций в основной капитал – за исключением бюджетных средств, за отчетный год составил 10 411,95 миллиардов рублей. Обсудили строительство гостиницы на аэродромной улице возле станции Чекаловская. Ее концепция была пересмотрена в связи с согласованием границ земельного участка. Теперь к плану проекта добавилось два многоуровневых паркинга на 1278 мест и дорожный проезд. Сама гостиница будет рассчитана на 40 номеров. В ней будет также кафе, гастроном, детская комната и музей, посвященный Валерию Чекалову. Екатерина Сусенко, Игорь Поляков, телерадиокомпания «Щелково».